чтобы говорить обо всех проектах, повод у нас сейчас появился. Потому что мы вот-вот уже подходим к тому моменту, когда начнется, немножко, может быть, скажу, то, что мы так долго ждали. Это запуск тех производств, о которых мы говорили. Это тот инвестиционный бум. Это, ну, скажем так, новая индустриализация, как сказал губернатор Тюменской области. Потому что 24 числа у нас первое мероприятие, скажем так, из цикла открытия заводов. Это запуск УГМК «Сталь». Это завод, который вы все прекрасно знаете. Очень крупный проект, который реализуется на Антипинском промышленном узле.